домой. Пока Маша тут выдыхает, потому что мы все очень нервничаем, я хочу представить, наверное, самое-самое молодое дарование, которое у нас есть. Возьми Машу, пожалуйста. Я не буду читать по бумажке. Самое-самое молодое дарование, которое у нас есть. Идальго Ярославского рок-н-ролла. Аля Павлова. Всем привет, дорогие друзья! Для вас будет выступать... Можно гитару попробовать? Сейчас. Супер-пупер! Поехал. Немножко приседаний. Для вас выступает, кстати, лидер группы Дон Кихот, просто уличный музыкант и, в принципе, вот так. Первая песня, это совершенно новая песня, никто еще не слышал, вот, называется «Солнце взошло». Солнце взошло, и я
тебя всему миру солнце зашло. А значит, не прячь за деньги у мира солнце зашло. И песни мои покажутся ярче, но если попроще и спальше, не страшно все так же, как дальше. Вспоминайте всех своих друзей и подпевайте, если ваши друзья такие же. Сказали, что мы дураки, и мы поверили, а ты дурак, я дурак, среди дураков, да красиво и классно бывает. Мы нашли один останется, ну что, порой теряет. Ты дурак, я дурак, среди дураков, да красиво и классно бывает. Мы нашли один останется, ну что, порой теряет. Ты дурак, я дурак, ты дурак, я дурак. Да красиво и стрицы, и полезнее, ты их знаешь, и ты знаешь, что мы такие они. Мы криминальная банда, эти слова поймут лишь они, и они наши герои. Ребята, мы лучше других, ребята, все жестокие. Ты дурак, я дурак, среди дураков, да красиво и классно бывает. Мы так уверены, ты нас останешься, что порой теряет. Ты дурак, я дурак, среди дураков, Следующая песня называется «Солнце и луна». Немного романтика вам. Ты летишь одна.
Кто же теперь луна? Кем ты теперь луна? Не солнце твое. Когда Дон Кихот, как дурачина, и не
Спасибо, кто слушал, кто подпевал, кто был. Благодарна всем вам.